Выпускники актерского отделения колледжа культуры представили свою дипломную работу. Как выглядит квадратура круга, узнала Виктория Шурыгина. Бессонная ночь позади. Текст отлетает от зубов. Выпускники актерского отделения сдают последний экзамен. Для Сергея Малихова комедия «Квадратура круга» – двойное испытание. Себя актер видит героем трагедии, а его семья видит его в другой профессии. Это мне периодически кажется, что они думают, что я не тем занимаюсь. А почему выбрал актерское? В школе я учился очень плохо. И изначально я искал вуз, где нет математики. Вот. Но потом, конечно, это было не просто так, вот абы куда пойти, но я знал и чувствовал, что мне нужна сцена, мне нужно показывать что-то. Это я где-то внутри себя чувствовал и сейчас в этом убедился. Удастся ли выпускникам полностью раскрыться, зависит от многих обстоятельств. От пьесы, роли, режиссера, партнеров. Актерская профессия вообще непредсказуема, считает Юрий Буре. Интересная вещь. Иногда может человек проучиться 4 года, быть очень хорошим специалистом, вроде бы кажется, а потом на дипломном спектакле ничего не получается. И наоборот. Вдруг вот 4 года человек учится, какой такой серенький, никакой, а на дипломном спектакле расцветает. «Квадратура круга» – одна из популярнейших пьес прошлого столетия. С не меньшим удовольствием ее смотрят и сегодня, когда в прошлое ушли и красные уголки, и комсомольские собрания. По сюжету в один прекрасный день приятели-студенты решают жениться. Правильно, Васька! Ой, за это я тебя люблю! Спасибо, старик! Спасибо, я знал, что ты не подкачаешь. И все бы хорошо, только теперь комнатка из холостяцкой берлоги превращается в общежитие семейного типа, в котором строят новую жизнь уже две пары. И вот незадача. Свадьбы еще не справили, а пары уже перемешались между собой. Можно смотреть и просто говорить, этот хорошо говорит, это хорошо движется, а так вообще неинтересно. А тут и хорошо говорят, и двигаются, и взаимодействие, и очень энергия хорошая идет в спектакле, энергия идет в зал, и зал откликается на нее. Пусть пока не весь Курск, но этот зал им уже верит. Как сложится их судьба, не могут сказать ни педагоги, ни сами молодые актеры. Кто-то уже отказался от профессии, кто-то поедет покорять столицу. Меня пригласили в театр, я стою здесь, несказанно этому рад и надеюсь, что в следующем году уже выйду на большую сцену. Будем вас ждать. Спасибо. Удачи. Виктория Шурыгина, Юрий Мочалин, Вести, Курск.